Друзья, мы с вами находимся на современной информационных технологий и компьютеризации. Он предлагает нам большее количество возможностей, чем когда-либо. Лен, иди кушать. Ага, сейчас, уже иду. Дочь, ты хоть уроки сделала? Да-да, уже делаю. Лен, сходи за хлебом. Да, уже собираюсь. Хватит, хватит, прекратите. Вам себя не жалко? Да вы хоть помните, как общаться с родными и друзьями? Не ВКонтакте лайки, а реально говорить. Я тебя люблю. А какую книгу вы последнюю прочитали? Вот какую. Не скачанную в интернете, не в аудиоформате, а реально купили. Да ладно, можете не отвечать. И так все ясно. Да как вы могли забыть все это? Эпоха новых технологий, демократических идей лишь цепью дат из хронологии когда-то станет для людей. Теперь мечтать уже не можно, как, впрочем, книгу открывать. Оцифровать поочередно всех, кто осмелился читать. Ведь в каждом новом начинании взят из прошедших лет каркас. В эпохе знаний и искания нить прошлого затянет нас. Его ошибки лишь в прологе, а в настоящем цепь идей. В эпохе новых технологий, где все возможно для людей.